Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Ману Ванша Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхет Грим Ятки Патам Ханганди Парамананда Мадавам Бриндави Тулсидеббай Пьяви Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сватта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкетане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракасане Ча Саданурахта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадача Джагод Барунья Дейям Садапади Бхагнам Авишчадохам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панутапал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатая Вишпуриджи Тагима Пигапавадушва Дарши Пуруна Нурагара Сасагара Сарамути Сарадика Майкада Кипам Каруши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Санкетанай Капитару Камала Йатакшу Вишамбару Диджавару Джугадхар Бапалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дадаси нитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара вибуши хитовам бхагам Нараяно прияманамга мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджешу Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши Джассастихиде Самбир Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе.
Идам Бхагаватам нам Джанме Бхагавато Дитам Санграхо Вайам Бибути нам Тамита Девипуликуру. Идам Бхагаватам нам Джанме Бхагавато Дитам Санграхо Вайам Бибути нам Тамита Девипуликуру. Ятха Хару Бхагавати Нинам Бхактир Бхавишвати Сарватмани Акхила Дхари Ити Санкалпо Варнаю. Ятха Хару Бхагавати Нинам Бхактир Бхавишвати Сарватмани Акхила Дхари Ити Санкалпо Варнаю. Гаурия Гоштхипати Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что материальные писатели, поэты, у них нет никакого представления о Сиддханте. Они не знают, что нужно писать, что не нужно, что такое расабхас, что такое совершенство. Они не понимают этого, поскольку у них нет гуру крипы, милости Шри Гуру, а без милости Гуру никто не может пересечь океан, бесконечный океан Сиддханты. Бесконечный океан Сиддханты. Я уже много раз говорил об этом, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Шрила Прабхупад говорит, что Сиддханта навечно присутствует только по милости Гуру Вайшнавов и Бхагавана, она может явиться внутри нашего сердца. А логика, она есть в нашем материальном уме. И Шрила Прабхупад говорит, те материальные писатели, поэты, у них нет никакого представления о Сиддханте Вичаре, о Расабхасе, они не знают. Но они получают большое почтение, уважение в этом материальном мире. Махакави Калидас, я не говорю, что он Махакави, материалисты говорят об этом везде. Те, кто изучают философию в университетах, они вынуждены изучать его произведение. Он очень знаменит, и вот они говорят о нем, что он Махакави Калидас, Видьясага, океан знания, образования. Но все же он не может пересечь этот материальный океан. Может быть, люди дают ему такое... такой титул Видьясагар, что он океан Виде знания, но все же он не может пересечь океан этого материального мира, поскольку у него нет гуру в его жизни, и поэтому он не может пересечь. Шрила Прабхупад говорит, этот Кави Калидас, он очень знаменитый поэт и очень распространены его эти произведения, все пандиты, особенно в Индии, у них они знают этого Кави Калидаса, он получил милость Сарасвати, но милость чистой Сарасвати он не получил, а душа Сарасвати материальная. И Шрила Прабхупад приводит пример, что то, что он написал, много вот этих произведений, и вначале он прославляет Гоури Шанкара. И вот перед тем, как начать свою книгу, он прославляет Гоури Шанкара, он молится вот такими словами. Питару — это санскритский термин, отец. И вот он говорит, я молюсь лотосным стопам Шанкара и Парвати, но
Но Шрила Прабхупада указывает, что вот в этом его как раз проблема, только что он проставлял их. Вначале он молился, обращался к ним как к отцу и матери, а потом чуть дальше описывает их сокровенные лилы Гоури Шанкара. У нас нет права видеть лилы, ну, имеется в виду любовные лилы отца и матери. У нас нет права смотреть на это, рассказывать об этом. И вот Шрила Прабхупада, он делает акцент на этом, что вот только что он проставлял, обращался к Шри Парвати как к отцу и матери, и через пять минут он описывает их любовные лилы. Это глупо. И даже в материальном уровне мы не можем ожидать такого. И почему я начал с этого? Поскольку много вопросов относительно Сиддханты, но я хочу от имени Вишвавайшнава Раджа Сабхи, под руководством Шрилы Прабхупады, я хочу найти решение Сиддханту. Без Сидданты у меня нет никакого интереса. И вот сейчас Гауранга Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, всю жизнь in favor of Shuddha Siddhanta. Он был... Never accepted. Even Vallabhacharya wanted to speak so many things. Он всегда склонялся к чистой Сиддханте и не отклонялся от нее. И та причина, по которой Махапрабху проповедовал, исключительно для того, чтобы утвердить настоящую Сиддханту, особенно Самбандха, Абхидеви, Прайоджану, как мы можем избавиться от этого материального рабства, как начать Харибаджан, какова цель. И Махапрабху хотел говорить об этом. Но Махапрабху очень мягко спорил и разрушал чужую Сиддханту, чтобы никто в процессе не обиделся. И вот Махапрабху в Кхагамхире, было такое обычное правило, установленное Махапрабху, то, что любой, кто приходил с какими-то этими произведениями, если что-то написал, но правило было таково, перед тем, как Сваруп Дамодар, он сначала все проверял, если Махапрабху это одобрял, точнее Сваруп Дамодар одобрял, то тогда Махапрабху мог увидеть это, поскольку в Чайтанья Чаритамрите говорится, что вот Махапрабху, если он видел какую-то апасиданту или расабас, он не был доволен. Что такое расабас? Если есть какая-то раса, которая не может смешиваться с другой расой, как, например, Яшода. Она олицетворяет собой вацаля расу и с Мадхура расой она не может сосуществовать. Это Махапрабху, когда видит это, он гневается, не может потерпеть. И вот Махапрабху был очень строг все время. Махапрабху был очень строг, и у нас нету, и чтобы у нас не было возможности следовать никакой сахаджи. И вот те, кто не получили милость гуру и вайшнавов, чистых гуру и вайшнавов, они не могут понять эту расабасу, Сиддханта Вирод, для них это невозможно. Нашими этими своими попытками мы не можем понять это, и поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится. Siddhanta bhriya chitte na karo alash. Don't feel tired, don't feel lethargy.
Вы должны совершать достойный баджан, пытаться понять настоящую сиддханту, настоящий баджан, поскольку если мы будем игнорировать, то мы не сможем почувствовать влечение к лотосным стопам Кришны, это невозможно. Сиддханта, чем больше мы знаем сиддханту, тем больше мы будем чувствовать влечение к лотосным стопам Шри Кришны. Много раз до этого я говорил, что сиддханта и сева. Что сиддханта и сева — это то же самое, когда сиддханту в практической форме мы находим, это зовется севой. А когда... И наоборот, соответственно. И вот когда мы сиддханту в практической форме находим, это зовется севой. И также много раз Шрила Бхактина Такура, Шрила Прабхупад и... И в Бхагаве там даже говорится, что «Атах Шри Кришна Намадин Набавет Граджам Индриях». Вот, вот эта шлока говорится. И вообще, если по милости Гуру Вайшнавов мы почувствуем вдохновение совершать совершенную севу, и тогда, когда мы совершаем севу, тогда мы поймем сиддханту и осознаем великолепие Харинама и всего остального. Я говорил о сиддханте Махапрабху. Махапрабху всегда говорил, что мы должны воспевать лак Харинама. И вся наша гурварга также говорит об этом. Но если мы хотим совершать Харинаме никакое служение, то постепенно мы потеряем все и не сможем совершать баджан, поскольку хотя я даю эти наставления по милости Шрилы Прабхупады, я говорю, что вы должны повторять лак Харинама. Для кого-то лак Харинама повторять может занять весь день. Если Гурудев сказал нам повторять лак Харинама, и мы только этим будем заниматься, то весь день пройдет. Но я такого не говорил, поскольку, смотрите, если вы посмотрите в Баджан-Кутире Бхактина Такура на Бенгале, даже на сейчас можно видеть, что написано. И вот Бхактина Такур говорит, что мы должны совершать служение под руководством Гуру Вайшнавов и воспевать Харинам, не прекращаясь. Мы должны... Но все равно мы должны повторять Харинам непрерывно, если мы будем совершать Харинам и совершать служение руками и Харинам непрерывно повторять, то тогда Харинам может явиться на наших устах. Шрила Бхактина Такур говорит, что если мы будем совершать служение с полным наслаждением, по милости Гуру Вайшнавов, то тогда и также мы должны воспевать Харинам, не говорить какие-то материальные звуки, и тогда мы можем увидеть, что Харинам, он явится на нашем языке, вот как говорится в этой шлоке. Автоматически это произойдет, Харинам явится, и когда мы будем воспевать Харинам, вся лила, она явится, и тогда мы осознаем все, даже если мы будем необразованы, все равно мы осознаем, что такое настоящая сиддханта, а что нет. И вот так, под руководством чистых гуру вайшнавов, мы можем совершать служение не... Если мы сможем совершать служение согласно нашему беспокойному уму, тогда это не будет севой. Мы забываем, что сева значит, чтобы гуру вайшнавы были довольны нами. Например, мы делаем что-то, и гуру вайшнавы недовольны этим, то это не настоящая сева.
мы следуем своему беспокойному материальному уму, и это плохо. И вот все время мы должны думать, что такое анугати, что мы должны делать. И вот и тогда мы сможем чувствовать влечение к Кришна-бхаджану. Если мы не чувствуем влечение к Кришна-бхаджану, то что же за бхаджан такой у нас? И вот, например, мы совершаем какое-то служение без разрешения, но это не настоящее служение получается. Вся наша Рупануга Гурварга, их настроение таково. И Ваман Госвами Махарадж тоже говорил об этом. Я не саду. И как я могу говорить таким образом? Но все же Бхактивиган Бхарати Госвами Махарадж, он очень разумен. Он говорил: я знаю, почему вы живете таким образом. Я знаю эту причину. Бхарати Махарадж, он сказал, он был очень умен. И что это значит? Это наш девиз. Мы хотим умереть невидимыми, и неизвестными и невидимыми. Но также это наставление Шрилы Прабхупады в том, что если мы хотим игнорировать Вайшнави Пратиштху, тогда мы попадем в ад. Мы должны уважать Вайшнави Пратиштху. Если мы будем игнорировать ее, то тогда мы, несомненно, попадем в ад. И поэтому у меня есть такая привилегия говорить Харикатху по милости Гурварги. Кто нет? Шрила Шанта Госвами Махарадж, Шрила Наянананда Баба, Тиртха Госвами Махарадж, Бхарати Махарадж, Сатья Говинда Махарадж. Все, кто нет, они все дали мне указания, я не знаю почему, и поэтому я хочу поделиться своим чувством. Я думаю, это мой, в этом и есть мой Харибаджан. Я сейчас говорю Харикатху по милости Гуру Вайшнава. Я не могу думать ни о чем ином, кроме Харинама, Харибаджана, Харикатхи. У меня нет возможности думать о чем-то еще. И вот если вы будете делиться Харикатхой, которой вы наслаждаетесь, радуетесь, слушая которую, вы понимаете, что это Харикатха, и если вы не будете завидовать мне, я уверен, что вы получите какую-то сиддханту, и это моя просьба, давно я говорил об этом, вы должны делиться этой сиддхантой с другими преданными, и это мою пранами. Шрила Прабхупад также говорил: если вы хотите принять какую-то процедуру, которая запрещена в нашей жизни, мы не следуем каким-то какой-то рекламе. И вот, если мы сможем поделиться этой Харикатхой с другими, это есть Ванисева. Я очень доволен этим. Не пытайтесь делать какие-то вещи, которые могут как-то беспокоить кого-то. Если кто-то какое-то видео хочет сделать и распространить, то это смешно. Так, где Шрила Кешава Госвами Махарадж, где Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, где Ваман Госвами Махарадж и где я?
И вот если вы делаете такое, такие нежелательные служения, такое, это я не могу быть счастлив в этом. И тем более, если что-то делаете, что не соответствует Сиддханте, это тем более распространять не нужно. Это моя просьба. Если вы думаете, и лучше, если вы будете распространять харикатху и пытаться спасти обусловленных душ, это лучшее служение, поскольку что такое служение, если вы делаете служение Гурудеву, если это этим Гурудев недоволен, как, например, кто-то хочет построить большой храм из-за... Какие-то люди хотят построить большой храм Гурудева, даже больше, чем храм Шрилы Прабхупады, но если головой подумать, то будет ли Гурудев доволен таким служением? Гурудев, он бессмертен, он видит, смотрит с вечного мира, что какие-то люди делают такие глупости, как строить его храм больше, чем храм его Гурудева и Шрилы Прабхупады. И Гурудев может, и Гурудев не будет доволен таким служением. И вот мы должны узнать, доволен ли Гурудев тем, что мы делаем. То есть, если у нас есть деньги, это не значит, что нужно делать все вообще все, что можно и нельзя сделать, вне зависимости от того, будет ли Гурудев доволен этим или нет. И вот в Чайтанья Бхагавате говорится, что вот такие слова. Pitridhi patokir janme janme tha in Bengali. Many time I told, requested you to learn Bengali. Много раз я просил вас изучить бенгали, чтобы наслаждаться харикатху и писаниями, как читание читамрита, но не все слушают. И вот Джагватара Пита Вриндаван Дас Такур говорит, что да, действительно, так бесчисленные миры, они исходят из Кришны. Anadi radi govinda sarva karana karanam, right you are. Then Krishna is the father of infinity world. Кришна, он отец бесчисленных миров. Krishna is the father of infinity world. That doesn't mean I can speak. Но это не значит, что мы можем обращаться к Кришне как к Отцу, иначе как мы можем говорить о себе, как о Гауди, который следует Махапрабху? Да, это правда на 100%, что бесчисленные браманды, они созданы Кришной, и Кришна – это изначальная причина всего, и он, соответственно, Отец. А Крадхарани – изначальная Шакти. Это правда, но все же я не могу сказать, что Кришна – Отец и Радхарани – Мать. Я не могу говорить, что Вриндадеви – Мать – это как бы не соответствует Сиддханте. Если вы поете киртан об этом, делать, конечно, можете, но когда вы осознаете Расататву, мы говорим Вриндадеви. В то время тоже говорил Деви. Деви значит, являющий какую-то особую силу, особую энергию. Что-то такое необычное. И вот Вринда относится, Вринда Деви мы можем говорить, но Вринда Ма не можем, то есть обращаться к Туласи как к матери, это противоречит Сиддханте. Кто-то думает, что она мать преданности, но так куда бы еще ни шло. Но если вы чувствуете, что Туласи ваша мать, то тогда это получается расапас. Много сиддханты в этом, но когда я начал вот говорить об одной важной шлоке из первой части Бхагаватам, и там Вьясадева Госвами говорит Нараде о мой сын,
пытаешься понять это. Идам Бхагаватам нама джанаме Бхагаватодитам. Я говорю о этой сокровенном Бхагаватата Вигьяне, которую я обрел от Верховного Господа. Как Чатуршлоки, мы уже знаем. И вот Вьясадева Госвами говорит. Точнее, Брахма говорит, извиняюсь. Actually, Brahma speaking. To Naraji Maharaj, because Vyasadeva Goswami. И вот Брахма говорит Нараде, Вьясадев уже получил милость от Нарады, хотя он Шакти Авьяшаватара. So excuse me. So idam bhagavatam nama janme bhagavato ditam shangroho ayam vibhuti nam tametat vipuli kuru. So Brahma is speaking to Naraji. I already have received this Bhagavad Tattva Vigyan from Supreme by the mercy of Supreme Lord directly. And Sangroho Ayam Vibhutina, all different kind of excellencies is all collection. It's very nice. And I request you, I give you order to. И вот я дал тебе указание. Проявить это все таким масштабным образом, но будь осторожен. Ты должен действовать как совершенный ачарья. Ты должен действовать как совершенный ачарья, полной милости, который у нас столько милости, что не может позволить вам отправиться в ад. Он спасет вас так или иначе, и поэтому, если вы даже совершаете ошибку, но все же, но если, конечно, какое-то большое оскорбление нужно, время, чтобы все это искупить. О, Нарада, ты должен объяснить это, и вот точнее этот Нарада говорит ему, ты должен объяснить это все так, чтобы обычные люди развивали бхакти, чтобы они смогли развить бхакти лотосным стопам Хари. То и вот перед тем, как начать проповедовать, вы должны иметь решимость, что так или иначе я не буду одурачивать людей, и в то же самое время я не буду обманывать себя. Если я буду обманывать себя, то, соответственно, других тоже будете обманывать. Обман самого себя значит, что вы не будете следовать Гурудеву полностью, и в этом это как математика. То есть это математическая формула такая получается, что если вы себя обманываете, то и других автоматически. И вот перед тем, как начать проповедовать, проповедь только возможна под руководством чистых гуру и вайшнавов, очень могущественных вайшнавов. В тот день я отвечал, какой-то преданный спрашивал, о Махарадж Харинам Санкиртан, Нагар Санкиртану, если мы совершаем, можно ли ходить? Я сказал, да, если вы получите милость от Гуру Вайшнавов, то тогда вы можете совершать Нагар Санкиртану с великим энтузиазмом, а если ваша емкость для милости дырявая, то и милости не получите. Если Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, например, дал вам указание совершать Нагар Санкиртану, то мы должны исполнять его указания и этим обретем милость. И еще может быть такое, что Гуру настолько могуществен, что да, если дает нам указание что-то делать, но если мы не можем это делать, то по его милости мы сможем сделать. Подобно тому, как если кто-то хочет дать нам молока, еще и емкость для молока дает, если у нас ее нету. Как вот в случае с Махапрабху было, что он одаривал милостью даже тех людей, которые не могли принять эту милость.
Если у нас есть милость, это хорошо, нету, а точнее, емкость для милости, это хорошо. Если нету, то Куранга Махапрабху мог дать как милость, так и емкость для этой милости. Но это, конечно, очень особый случай. Сиддханта Вичара и Расабас мы не должны... делать этого. Если мы получим милость Гуру Вайшнава, то, если мы не получили милость Гуру Вайшнава, то так как мы будем проповедовать? Мы умрем как сами, так и наши последователи. Я не понимаю этого. Много раз я был в Панджабе. Даже с Бхакти Вигьяной, Бхарати Махараджем и Бхакти Валабхатирта Госвами Махараджем по их желанию. Я говорил Харикатху там, и суть в том, есть вот киртан, который в нашей матхе поют. Не в Панджабе, но во всех Шичитания Гауди Матха, но не только Шичитания Гауди Матха, поют киртан, вроде бы он красивый. I already told that day, the other day I was speaking, devotion is not emotion. Я говорил, что devotion, преданность — это не эмоции, преданность — это естественная функция нашей души, а эмоции — это функция нашего материального ума. И вот киртан очень прекрасно можно слышать, ну, какой-то красивый киртан, но он не написан никаким махаджаном. Киртан не написан самосознавшей себя душой, это главный недостаток его. И поэтому духовную силу мы не можем ожидать получить внутри этого киртана. Ну, может, он красиво звучит, и кто-то поет его. А как киртаны петь, это тоже наука отдельная. Кто-то поет как попало или каким-то другим стилем, но будьте осторожны. Киртаны народа Монтакова, Лочандастакова, Шила Бхактимонтакова, они уже сказали нам, как мы их должны петь, и Анугатя, значит, мы должны следовать этим киртанам. Первое, Расабас, Сиддханта Вирот. Если вы поместите фотографию вашего Гурудева выше Шилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, они, наш Гурудев, он не будет доволен. И вот если кто-то составляет какой-то там калаш из Алехи, где предыдущие Гуру Варга ниже последующие, то это, в этом ничего хорошего нет. Я люблю вас, вы мои буквально родители, но если вы делаете какое-то служение, то должно быть в соответствии с Сиддхантой, и не должно быть такого, что фотография Шрилы Прабхупады ниже его учеников или наоборот. Как Шрила Шанта Госвами Махарадж, он вот написал письмо мне на день его явления, я опубликовал его на день. И вот Махарадж в то время жил на Сурья-Кунде и написал, описал свою жизнь Шрилы Шанти Госвами Махараджу, написал письмо, и вот на рассказ сказал, чем живет, чем занимается, и спросил, что же делать. И Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, он написал мне длинное письмо в ответ, я отправил его со своим учеником мне. И вот Махарадж отвечал, что я оставляю свое тело вскоре, у меня плохо со здоровьем, я знаю вас с самого начала, я знаю ваше сердце, что вы хотите совершать служение, сейчас ситуация не позволяет, но продолжайте совершать харинам, санкиртан, имейте надежду. И Махарадж дал мне какие-то наставления, я удивлен был, я был без копейки денег,
Я собирал Мадхукари пожертвовать еду с домов браманов, иногда готовил, предлагал Сурья Нараяне Бхагавану. И вот Махарадж написал в своем письме, он предсказал то, что я должен делать. Я был удивлен, как я могу это все делать. Как я могу все это сделать? И когда по милости гуру вайшнавов, поскольку те вайшнавы во Вриндаване, они старше меня, они сказали, что это нехорошо для меня жить и ну, жить где-то в этом, ну, где-то на отшибе, на Сурья-Кунде, что очень далеко. Лучше жить в обществе, делать что-то полезное. Ну, Махараджу не нравилось, что в обществе всегда политика какая-то происходит, поэтому он жил отдельно. И потом, по милости Гуру Вайшнавов, он переехал на Гадруму, начал совершать Ванисеву. И потом, через несколько лет, я увидел, что все предсказания Шрилы Бхакти Кумуда Шанта Госвами Махараджа исполнились, хотя он написал это где-то 17 лет назад, но впоследствии все, что он сказал, слово в слово, все исполнилось. И таким образом, когда Гуру Вайшнавы дают вам наставления, будьте уверены, что вместе с этими наставлениями они дают силу все это делать, возможность, но при том, что вы искренне и нету никакого лицемерия в вашем сердце, и тогда вы, несомненно, сможете исполнить всех их наставления. Много вот вопросов приходит, я попытаюсь ответить. Вы можете вспомнить, я говорил, что Бхакти Ратнакара и Шичитания Мангали – две очень хорошие книги. Я люблю их и сказал, почему Шрила Прабхупада сказал, что относительно Сиддханты мы не можем идти на компромисс, поскольку нету Сиддханты. Но это какие-то книги не исторические. И читание Мангал это тоже очень хорошая книга, но те, кто очень умные эти поэты, много случаев было. И какие-то эти плохие пандиты, не пандиты, а плохие люди, в общем. Поскольку если объяснить, кто такой пандит, нужно вернуться будет к Бхагаватам, к 11-й песне. И там Удав спрашивает у Бхагавана Шри Кришны, кто такой пандит, о Прабху. Мы думаем, что если кто-то думает, знает санскрит, уже пандит, но нет. Кришна Бхагаван отвечает. Кто такой Даридра? Я не Даридра, но хотя я не стремлюсь к деньгам, но не Даридра, я удовлетворен по милости Гуру Вайшнавов. Даридра, главный признак Даридра, нищих буквально, те, кто не удовлетворен всегда. Всегда какая-то неудовлетворенность в их уме. А Крипон кто такой? Этот Майзер. А, неудачник, так, ну тоже нищий какой-то, это тот, кто не имеет контроля над своими органами чувств. Почему крипон? Да потому что они не используют свои органы чувств, ум и все остальное для служения Гуру Вайшнавам и Бхагавану, и в этом их неудача. Вы посвящаете свои органы чувств, ум и все остальное, чтобы для совершения Харибаджана. Только чтобы совершать Харибаджан. И вот Кришна, он всему миру хочет доказать, что бы мы не следовали своему беспокойному материальному уму, пришли к Кришне совершать лилы во Вриндаване. Материальная кама – это наш худший враг. Материальная кама, он самый худший враг в нашей жизни, а мы очень глупы, что мы
ищем врагов снаружи. Да, есть такое. Но наш главный враг — это наш материальный ум, наши органы чувств, они тоже враги. Я пример приводил, что те, кто совершает баджан, посмотрите на их жизнь, вы можете найти одни враги вокруг, везде и всегда. Если вы совершаете настоящий харибаджан, то тогда вы можете найти какие-то враги, всегда пытаются как-то плохое что-то сделать, убить и прочее. Но чистый гуру вайшнава никогда не думает о них как о своих врагах. Хотя они могут действовать как враги, но все же гуру вайшнавы никогда не думают о них как о врагах. А почему? А потому что гуру вайшнавы знают, что если я расслаблюсь в моем баджане, я потеряю свой баджан. И поэтому лучше, если они будут спорить со мной, сражаться, чтобы я был всегда... всегда осторожен в своем баджане, всегда был на чеку. Мы приглашаем тысячи врагов, и в этом случае мы можем развить наше смирение, нашу осознанность, наше самопредание, и мы сможем молиться Кришне, как Кунти: «О Прабху, я хочу проблем в моей жизни, поскольку есть проблемы, опасности, то мы думаем о тебе всегда». И вот нет проблем сейчас на поле битвы Курукшетры, все кончилось, но нет, эта проблема началась, настоящая проблема, поскольку ты уходишь от нас. И если не будет никаких проблем, мы можем забыть тебя. I'm guru or cow, eh? Guru. You are going to give Maharaj. That's why I speak, don't pay respect to me. You at all any respect for me, you keep inside your heart. И вот Махарадж говорит, если у вас есть уважение к нему, то уважение нужно у себя в сердце хранить. This way, и если я нахожу, что вокруг меня какая-то ситуация вокруг негативная, то можно в харибаджане найти только положительное. И поэтому вот негативная обстановка, она с этой стороны хороша. Но также мы должны быть начеку и знать, что наш материальный ум, он наш враг. Наш ум, он ответственен за наше рабство и за наше освобождение, и мы должны думать и решить, и мы должны совершать совершенное служение, а не какое-то, не какую-то отсебятину. Много я раньше говорил, забыл когда, но давно достаточно, что иногда ваш нож... А иногда бывает, можно прикусить язык зубом. И вот пример такой Махарадж приводил, что наш язык, он хороший саду, лучший саду. Наш язык такой хороший саду, что он никогда не гневается ни на кого. И, но смотрите, в то же самое время находится среди всех, среди врагов, среди зубов. И эти зубы в любой момент могут его прикусить, если он потеряет бдительность. И таким образом этот язык всегда окружен зубами, врагами. 32 зубами, которые постоянно держат его на чеку, чтобы если он отвлекется, то они его кусают. Но язык так или иначе поддерживает свою жизнь. Но несмотря на это, малейшая ошибка со стороны языка, и они его прикусывают. Кого же обвинять?
Но смотрите, если с другой стороны, если зубная боль какая-то возникает, какой-то зуб болит, то этот язык, он всегда гладит этот зуб и спрашивает: «О, брат, как же ты там поживаешь?» And always you are going to take butter, going to take, yogurt, curd, anything. И если мы едим какую-то еду, масло, йогурт и еще что-то, то, масляную еду, то язык, он всегда чист. То есть можно видеть, если, несмотря на то, что мы едим масло какое-нибудь сливочное или растительное, или йогурт, что очень такое жирное, то язык буквально моментально очищается, куда это все уходит. И это вот особенность языка, данная ему Верховному Господу, что он всегда чист. И таким образом мы должны понять, как саду может жить, как саду ведет свою жизнь. И вот мы должны привести в гармонию все. Мы не можем говорить, что какой-то вайшнав говорит ложь. Мы должны найти решение. Шрила Прабхупад говорит, найти гармонию. И вот, смотрите, относительно Сиддханты мы не можем, вот это Бхакти Ратнакару следовать, это там какие-то исторические вещи описываются. И также, если я спрошу вас вопрос, то в читании Чайтамрити на каждом шагу Кришнадас Кавирадж Госвами, он молится лотосным стопам Вриндавана Дас Такура и говорит читание Лила Вьяс Вриндаван Дас. Ясадев читание Лилы – это Вриндаван Дас Такура. Кто-то, если что-то пишет, что-то, но должен написать, приняв его милость сначала. Под его руководством Кришнадас Кавирадж Госвами молится лотосным стопам Вриндаван Дас Такура Махашая, чтобы не было никакого оскорбления. Я не хочу совершать никаких оскорблений лотосным стопам Вриндавана Дас Такура. Все, что я пишу, по милости Вриндавана Дас Такура. И все, что я пишу, это по милости Вриндавана Дас Такура. Какое самопредание мы не можем представить. Наш материальный ум не может так далеко пройти. И вот мы молимся и просим его милости. И вот этот Кришнадас Кавирадж Госвами, он молился и просил его милости. Тот же Кришнадас Кавирадж Госвами о себе говорит, как о том, что он хуже, чем червь в испражнениях, как это возможно. Шрила Прабхупад говорит, что мы можем говорить, что мы тринадапи, но стать тринадапи – это совершенно другое. И вот если мы наступим на траву, то увидим, если ногу уберем мы с этой травы, то трава, она опять встает. Расправляется. А тринадапи сунич значит, что у нас не должно быть надежды стоять, распрямившись нашим ложным эго. Нет, мы должны быть всегда очень смиренны. И вот если я спрошу вас, вы должны будете ответить мне. И этот Кришнадас Кавирадж Госвами настолько смиренен, но относительно Данга Банга Лилы, там и вот, и вот когда Махапрабху, смотрите, была одна Данда, и Махапрабху, он Верховный Господь, и Вайшнавы, Prabhupada used to speak, they took one danda, but actually within this one danda, there was the Adhishtan.
Но Махапрабху, когда принял саньясу, его данда была из одной данды, но там внутри три данды было. Онтологически имеется в виду, но в то время не было три данды, только эка-данда была. Поэтому вариантов не было у Махапрабху. Are Brahmo, we, you know, Brahmo is Bibhu Vastu. We are insignificant. Brahma – это Вибху Васту, а мы незначительная часть этого, мы Шакти Вамша. А они думают, Ахам Брахмасми, что мы Брахма. Рам, Брахма, и я Брахма, кому же кланяться? И вот эти майвади никому не кланяются. И таким образом мы находим, что те, кто приняли Экданда Саньясу, то Шрила Прабхупад говорит, но имеется в виду Махапрабху и его спутники, то в этом они видели в этом три данды, то что имеется в виду контроль тела, ума и речи. Если мы наказываем наш ум, тело и речь совершенным образом, имеется в виду, мы занимаем все в Кришна-севе, это настоящее наказание, автоматически это происходит. То есть, если просто как-то повредить носу, уши и руки, то это плохо, поскольку силой мы хотим показать, что мы в отреченном укладе жизни, но как же доказать? Я уже говорил об этом, может, пару месяцев назад. Если мы получим настоящую расу, великолепие расы, то автоматически, где женщины, мужчины, деньги, какие-то удобства, это будет смешно. Настоящая радость, наслаждение внутри нашего сердца. Кто ищет это снаружи, то это просто глупо. Наша душа, она исходит из Анандамоя Бхагавана, Анандам Брахма. И почему мы ищем Ананду где-то снаружи? Наслаждение, радость мы можем обрести только в сердце чистых гуру вайшнавов. Если мы сможем достичь сердца гуру и вайшнавов, то, видимо, радость, она всегда находится в их сердце, никаких беспокойств там нет. И вот сейчас относительно Дандабангалилы мы можем найти два вида описания. Кришнадаский Ваш Госвами говорит, где, что я следую Вриндаванастакуру полностью, но относительно Дандабангалилы мы можем найти, что Кришнадаский Ваш Госвами описывает Суварная река Ноди. Это такая река, где лила случилась, а Вриндаванастакура в Чандрабхаганоде. И как это возможно, что один говорит так, а другой иначе, а наши Гурвага дают решение, дети, у наши дети. Это не значит, что Кришнадас Кираш Госвами не следует Вриндаванастакуру, когда они описывают эту лилу и различную сиддханту приводят, то это согласно желанию Кришны. Какая-то сиддханта, она является в их сердце, и они описывают это. Как Туласидас Махарадж, он описал Рамачаритраманас. Начал в Варанаси, и на санскрите каждый день он увидел
Все, что он писал, на следующий день страницы пустые становились. И вот он взмолился Вишванатху, сказал: «О Господь, что случилось? Каждый день я тут пишу по 10-15 страниц, и каждое утро все пропадает». И Вишванатху засмеялся: «Я хочу, чтобы ты написал простым деревенским языком, чтобы все люди могли читать и радоваться Рама Лиле, и поэтому я так сделал». И тогда тот начал писать на Чупай Чандре. И таким образом, по желанию Нитьянанды, Вриндавана Стакур пишет в очень прекрасной форме, что обычные люди, если они слушают от Гуру Вайшнав, они смогут понять. А если сами не читают, то проблемы могут возникнуть, и какое-то подозрение, и сомнение, кто может решить это. И вот Вриндаванда Стакур, он написал: «Так, а Кришнадас Кривач Госвами по-другому». И Шрила Прабхупад комментарии этим шлокам говорит, что в сердце Вриндавана Стакура Махашая, это Лила-кшетра, где Данда-банга Лила явилась, она явилась таким образом в различных калпах, она так или иначе является, и поэтому написал так, как видел. И смотрите, относительно Сиддханты там никакого противоречия нету, а просто какие-то отличия вместе. И вот весь наш баджан, процедура баджана, зависит от анугати, анушасана. Если мы не следуем анушасане, то какое благо можем обрести в вашей жизни? В тот день я цитировал из Нити Шастры, что до 5 лет мы должны любить ребенка, позволять ему все. С 6 до 10 были быть осторожны, учить его дисциплине. А после этого еще более строги должны быть с ним. А когда вашему ребенку станет 16 лет, то уже мы должны действовать как друг, иначе одни проблемы будут. И в Нити Шастрах говорится: Putram cha shishyam sa taret na tulale. So your Guru Vaishnava can take trouble. Guru Vaishnava, они могут пытаться контролировать нас как-то. Но обычные люди, если они хотят контролировать этот материальный мир, это становится причиной их обусловленности. Но Гуру Вайшнава, если они хотят вести нас должным образом, чтобы мы смогли достичь лотосных стоп Гауранги Махапрабху, и вот в этом разница. И мы должны пытаться понять всю эту сиддханту очень осторожно и внимательно. Какие-то вайшнавы могут так говорить. Может, он для обычных людей говорит, которых нет никакого представления. А те, кто понимают сокровенную сиддханту, то для них он может говорить чуть по-другому, чтобы они поняли сиддханту. И Шрила Прабхупад, мы должны понять настроение Шрилы Прабхупады и не пытаться ни в коем случае не находить никаких недостатков в нем. И вот сейчас я хочу напомнить вам, я несколько дней назад сказал, что Шат Сандарбха от имени Вишвайшнава Раджа Сабхи, Шат Сандарбха – это наилучшее оружие.
И вот Джива Госвамипад, он дает нам это оружие, но обычные люди не могут понять. Много сиддхантов есть, и решение написанное Джива Госвамипадом, все противоречия он решает. Я уже говорил, что кто-то спросил меня однажды, как это возможно. Как кто-то на Вайкунтху попадает, и как он оттуда падает, я уже говорил об этом. Джива Госвамипад говорит, нет. Однажды вы достигнув Голока Вриндавана или Вайкунтхи, невозможно оттуда пасть. Только по желанию Кришны. Если Кришна пошлет своих спутников, то тогда они могут прийти, но это не их рождение и смерть. Гуру Вайшнавы, и для Гуру Вайшнавов мы уже знаем. Гуру Вайшнавы, они никогда не получают наказание от своих прежних действий. Какую-то лилу они могут совершать, чтобы одурачить нас, чтобы у нас сомнения возникли. И Шат-сандарпа, и вот на, от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, это великое оружие для того, чтобы сокрушить демонических людей перед Джива Госвамипадом, Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром. Никто не может выстоять. И вот мы должны быть очень осторожны. И что хотят сказать Гуру Вайшнавы нам? Мы должны понять их правильно. И И вот сейчас я хочу вернуться к вопросу относительно прасада. Когда Махапрабху, вот Махапрабху был очень осторожен о том, что Гуру Вайшнава, он знал, что Гуру Вайшнава не понимает ничего, кроме Махапрасада, но все же Махапрабху сказал, что даже приглашение на прасад от материалистов, от наслажденцев нельзя принимать. Мы должны быть очень осторожны. Смотрите, Рагунат Дас Госвами, его отец, старший брат его отца, дядя, они и посвящение получили, Ядунанда Начарья, их гуру, от него они посвящение получили, и Харидас Такур также. Он помогал им, но все же Махапрабху говорит, они Хиранья Гавардхан и отец, и старший брат его отца, они как вайшнавы, но не настоящие вайшнавы. Они заняты какими-то материальными вещами. Им нравится это, и Махапрабху говорит, они эти, ну как насекомые. Они наслаждаются этой материей. И вот Махапрабху говорит, и вот они подобны червям, которые наслаждаются испражнениями. Но Рупа Госвами говорит, о Прабху, лучше ты помести меня в пещеру, зажги огонь вокруг, я потерплю это. Я вытерплю это, но все же не,
пытайся, не позволяй мне получать даршан материальных людей. Это моя просьба. Мукунда Вимуко Санго Байшасам. Лучше помести меня в пещеру и зажги огонь вокруг. Я вытерплю это, но я не могу стерпеть общение с материалистами. Пытайтесь понять силу тех, кто проповедует. Если у вас есть ум, пытайтесь понять могущество тех, кто проповедует. Если они, им, у них нет, если у них не пропал вкус ко всем материальным наслаждениям, или я могу сказать, что пока они не получат полную милость Гуру Вайшнавов и Бхагавана, до тех пор у них нет права проповедовать. В любое время майя может поймать их. Я много раз говорил об этом, проповедь — это не шутки. Если вы понимаете и получаете милость, поскольку крипа значит, вы должны раздать, распространить то, что у вас есть. Если вы получили милость от Гуру Варги, от Бхагавана, то это та процедура, через которую вы должны пройти. И поэтому я могу опять вернуться к той шлоке Брама, которую говорил Нараде. «О, мой сын, ты должен быть очень осторожен и милостив». И поэтому Гуру Вайшнава не очень милости, их милость, она бесконечна, но у нас нет иногда возможности принять эту милость. Кто-то думает, что если Махарадж позволит нам сделать то и то, то он милостив. А если Махарадж будет ругать нас, говорить, что нужно делать, что не нужно, то в этом нет милости. Но смотрите, Брахма говорит Нараде, что «Я дал тебе ответственность за проповедь. О, мой сын, иди и проповедуй эту Бхагавататву». Ты можешь объяснять ее людям очень прекрасно, широким образом. И ты должен делать это. А как? Так, чтобы обычные люди, они могли развить свою преданность, чтобы они обрели бхакти лотосным стопам Верховного Господа. И ты должен говорить Харикатху так, и совершать ачарон, и говорить Харикатху таким образом, чтобы, несмотря на то, что вы можете находиться тысячи миль вдалеке, но чувствовать, что наш Гурудев, Гуру Махарадж, Шрила Прабхупад, он с нами. И это есть настоящее чувство, которое возникает благодаря самопреданию. И поэтому перед тем, как отправлять проповедников на Запад, в западные европейские страны, Шрила Прабхупад, он хотел сказать прекрасную харикатху с таким со смирением перед, перед теми вайшнавами, которые отправлялись на Запад. Я уже говорил об этом достаточно давно, о качествах подлинного проповедника. И вот Шрила Прабхупад говорил, каково же настроение проповедника должно быть, насколько милостив он должен быть. Вот какие-то эти люди в Арабии живут. Они имеют в виду те люди, которые слишком привязаны к политике, они не должны отправляться на проповедь, поскольку одни проблемы впоследствии возникнут. Можете ли вы помочь обычному человеку развить хотя бы немного веры? Можете ли вы помочь обусловленной душе хотя бы немного веры развить? Нет. Но политикой заниматься можете, чтобы кто-то не приходил в Гаудия Матх или еще куда-то. You cannot help them to grow
И вот если мы не можем помочь людям хотя бы немного веры развить, то, но в то же самое время мы можем политикой заниматься, чтобы уничтожить полностью их духовную жизнь, то в этом хорошего нет. Если кто-то говорит людям, что им не нужно, нельзя совершать саду-сангу, и это показывает только, что такой человек, он бессердечен. И поскольку без саду-санги ничто невозможно. И вот однажды Рамача, это Кумха, а вот это Нидрадеви, и когда Рамачандра убила мужа, она прокляла всех тех, кто слушает Харикатху, что их в сон будет клонить. Потому что сатсанга — это, несомненно, путь к успеху. И независимо от того, где вы живете, в Америке, в Германии, в Испании или еще где-то, я думаю, весь мир — это одно маленькое место сейчас. Весь мир. Он очень мал, и мы можем достичь Господа в любое время. И самый простой путь — это следовать духовной процедуре, через которую мы можем почувствовать, что Гурудев, он с нами. И это зовется настоящая дикша. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, люди говорят, что сегодня день ухода моего Гурупад Падма, но я думаю, что сегодня день явления моего Гурупад Падмы. И в чем же разница, можешь ли вы почувствовать, каково, что хотел сказать Шрила Прабхупад? Мы должны понять. Fathomless, you know, conception, siddhanta, which are all there inside the heart. So, Mahaprabhu speaking. И вот Махапрабху говорит, что материалисты, они приглашают вас и. To take prasadam there, but Mahaprabhu speaking. Ну, на обед, например, приглашают на просад, на обед. Вы смотрите, Махапрабху, вот Хирани Гавадхан и его родственники, они посвящение даже получили у Ядунанда Начарьи. Но как можно какое-то материальное настроение в их сердцах ожидать? Они любят Гуру Вайшнавов и также... Но так или иначе любят какую-то материю, и поэтому Махапрабху говорит, что его отец и старший брат, они материалисты, похожи на жуков, которые в испражнениях копаются. Они привязаны к наслаждениям. Махарадж говорит, вы вайшнавы, даже, я Махарадж видел, что настоящие гуру вайшнавы никогда, если кто-то дает какие-то пожертвования, они не считают их даже, им некогда и неинтересно, просто складывают куда-то, и когда нужны деньги, они достают. Они не будут считать их с таким наслаждением, как какие-то другие люди. А если мне что-то нужно, Кришна все это делает, и тогда я пытаюсь принять это. И вот Махапрабху говорит, Махапрабху хотя знает, что вайшнавы они ничего не принимают, ничего кроме просада, но все же Махапрабху говорит, что если мы будем есть что-то от какой-то даже просад, данный материалистами, то ничего хорошего не будет. И вот я говорил, Рупа Госвами Пад говорит, что вода Ганги, она Чинмай Васту. Вода Ганги, она Чинмай трансцендентная. Чинмай Васту, но все же.
Можно найти какие-то пузыри, какие-то мусор какой-то плавает по Ганге, но все же, несмотря на это, Гангана не оскверняется этим. Это Брахмавасту. И относительно Махапрасада, почему кто-то говорит у него, например, сахар повышенный, не может параману есть, и вот почему такие суждения. Много раз я говорил раньше, Гуру Вайшнавы, Бхагаван, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим органам чувств. Это значит, Гуру Вайшнавы, Бхагаван, Нама, Дама, Прасад, и все остальное, оно также оставляет за собой право не быть открытым нашим органам чувств, поскольку у нас материальные представления обо всем. Как это возможно? Для Гопала холодный просад есть, хотя Рагунаданачарья, он просил его съесть, и вот все осталось, все он съел. И Мадхавендра Пурипат, он смотрел, Гопал все съел, но все равно, благодаря прикосновению трансцендентной руки Гопала, это все осталось, как оно было. Вот согласно этой шлоке, я много раз говорил, что пылинка с лотосных стоп Гуру Вайшнавов Кришны, одной пылинки с Галока Вриндаваны, с Вайкунхи, она более, гораздо более значима, чем вся материальная вселенная, поскольку... Хотя, смотрите, если пылинка с духовного мира, она, смотрите, позитивна, но мы находимся в негативном мире, и поэтому из математики можно видеть, что любое незначительное даже положительное число, оно больше, чем любое негативное. И вот можно видеть вот прасад в форме чапати, дала, пури, параманы. И когда... Кто-то предлагает, и это, конечно, зависит от преданности того, кто предлагает, если он это достойным образом предлагает, и это куплено на чистые деньги, приготовлено должным образом, в Джаганнатх Пури можно видеть, и как это все происходит, и нос там в Джаганнатх Пури, там Джаганнат дал такой обет, что все принимает. И в Джаганнатха Пури он дал обет, что он будет все принимать. Все, что Лакшми Деви готовит. А вот, но если кто-то сомневается, что вот в могуществе Махапрасада вы можете эксперимент провести, съесть прасад, который готовил через какой-то хороший преданный, и потом съесть то, что готовил какой-то скверный человек. И вот и вы увидите разницу своими глазами. И вот один преданный Джаландара сказал, что никогда не... Перед тем, как слушать вашу харикатху, я никогда не думал о таких вещах, а потом, когда начал слушать какие-то какие-то явные вещи, я осознал. Как... И вот этот человек говорит, я в Мадрасе был, и ел там прасад в этом мадрасском матхе. Гаудия матхам не могу его назвать, но мадрасский матх. И вот, приняв прасад там, он говорит, поверить или нет, у меня вожделение пропало. А, наоборот, не было вожделения, но когда он там прасад поел, оно появилось. И потом, через несколько дней, я узнал, что пуджари и повар, они смотрели какую-то эту порнографию ночью.
и готовили. Если я если бы Будда сказал настоятелю, чтобы они выгнали их, то настоятель бы сказал, ну тогда давай за них готовь, а их выгоним. Вот. Ну а такие люди не могут ничего такого сказать. Если такого человека нету силы, нету позвоночника буквально, но имеется в виду, не может ничего важного сказать, а просто плывет по течению, то сложно сказать, что такой человек настоящий, настоятель или ачарья. И вот вот Махарадж говорит, что этот коронавирус показал такую интересную вещь, что те люди, которые всегда были заняты, тут их, куда пропала их занятость с приходом вируса, когда никуда нельзя ходить. Махарадж написал в книге про защиту коров. Вот цитату этого Рабиндранатха, ну, он как бы был не совсем духовным человеком, но хотя бы наполовину, но так или иначе, и вот он написал такие слова, что если я когда-то могу стать пастушком во Вриндаване, то я выключу весь свет. И вот он написал, что если я смогу стать пастушком во Вриндаване, то я выключу свет цивилизации. Мне не нужна эта цивилизация. Мы должны совершать Харинам Санкиртан все время. И это обязанность Гауди Матха воспевать славу Гуру Вайшнава все время. И вот Махапрасад. Значит, Махапрабху, Махапрасад, он оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Есть различный просад также. Когда в Амбикаване Кришна выпил огонь, то это тоже просад. И из Расалилы, когда Кришна пропал, то это тоже милость Кришны была. And prasad, I have to give them kripa. Prasad means kripa. Prasad значит крипа, милость. Prasad не значит рис, чапати и ну и все остальное, и не какая-то еда. Prasad значит милость. И вот prasad может явиться в различных формах. Я слышал от каких-то преданных в Таракешваре, Шила Бхакти, Таракешвар, это Садашива, там я слышал, если у кого-то какая-то болезнь, которая неизлечима, Я не советую вам туда ехать, но все же говорю, если вот какая-то неизлечимая болезнь, то какие-то люди, они едут к этому Таракешу, оставляют принимают омовение в этом Дудхпукуре, молочном этом водоеме, название такое, и ждут и ночью. Таракешвар Махадев, он может прийти во сне
и сказать, если вообще Таракешвар доволен этим человеком, то может явиться к нему. И вот если этот человек удостоился Даршана Махадева, то Таракешвар, он приходит и дает наставление: вставай утром, можешь пойти и принять омовение в этом озере, и первое, что ты увидишь утром, и то, что первое, что увидишь, нужно схватить. И вот кто-то принимает омовение, там видят какие-то испражнения и не хотят прикасаться, и теряют эту возможность. Иногда змея какая-то появляется утром, и нужно, ну, там, поэтому по вере нужно схватить первое, что с утра попалось. И как Мирабай, он пришел, и Прохлад, ну, этот Мирабай, он что-то схватил тоже по такому поверью, и там змея была ядовитая, и она вреда не причинила никакого. И вот смотрите, если у нас есть вера в прасад, то мы получим результат. И таким образом различные виды прасада мы можем получить, и мы должны понять тонкую форму прасада. Внешне не все могут понять и попасть в какие-то трудности. И вот таким образом мы должны понять все относительно прасада таттвы, поскольку Кришна, он должен все в гармонии поддерживать. Кришна не может дать милость прямо только через Гуру Вайшнавов. Мы должны обрести милость в форме, в какой-либо форме от Вайшнавов. Вот Калидас, например, он получал милость в форме остатки пищи Вайшнавов. И таким образом мы должны, поскольку вот говорится Вайшнаве Учишто, и вот эти три вещи, они наилучшие, эти катализаторы нашего баджана, это остатки пищи вайшнавов, вода, мывшая их стопы и пыль с их лотосных стоп. И вот мы должны прасад, и те, кто... И вот Гуру Кешодас Бабаджи Махарадж очень гневался, когда кто-то прикасался к его лотосным стопам. Он говорил, что все плохо будет у таких людей. И вот они, какие-то люди пришли жаловаться Шриле Прабхупаде, что пришли, чтобы получить пыль с лотосных стоп Гуру Кешодас Бабаджи Махараджа, а тот проклял их. Почему? И Шрила Прабхупад засмеялся. Подумайте. У нас есть такие качества, чтобы прикасаться к лотосным стопам Бабаджи Махараджа, если они сами дадут пыль со своих лотосных стоп. А иногда они могут дать, если мы увидим, что мы искренне, и тогда они... И милости вайшнавов – это главное в баджане. Вайшнава Крипа – это главное в баджане. Много вопросов приходит, кто-то спрашивает, как предлагать, кто-то спрашивает, как фотографии Гурварги ставить на алтарь. А я говорю, это очень просто. Смотрите, в Панчататве можно видеть слева
Шакти татва всегда. А справа можно найти Адвайта Гасая, Нитянанду и Гададхар Пандита, и преданных Шивас Пандита, он тоже Шакти Татва. И мы должны помнить это, эту последовательность. Как в бытие божества можно видеть слева всегда Радхарани, Шакти Татва. И почему бы нам не подумать таким образом, если Радхарани слева, то соответственно, в такой последовательности, например, у нас есть Гурудев, Парам Гурудев, Парамешти Гурудев, Парам Парамешти Гурудев, например. И мы в такой последовательности должны всех расставить. Кто-то говорит слева насправа, кто-то наоборот, но это не столь важно. Если вы можете понять, что Радхарани там, то Джаганнада с Бабаджи Махараджа можно поместить. Бхактивинода Тхакура, Гаур-Кишора Бабу, Шрилу Прабхупады. Я не говорю, что старших надо по старшинству ставить, я не говорю так. Это духовная жизнь, конечно. Эта поговорка, что старших уважать надо, это материальное. А у нас мы видим, что Шукадев Госвами, чему телу было всего лишь 16 лет, Бхарат Радж и прочие великие личности, которым были тысячи лет, они все встали, приветствуя его. То есть я не могу вам сказать, что согласно старшинству мы должны должны их располагать. Если спрошу, кто старше, Кришнадас Кришнарадж Госвами или Вриндавадас Тхакур, Вриндавадас Тхакур, он Вьясадев, он Вьяса Аватара. Кави Карнапурам описывается, что Вьясадев Госвами, он явился в форме Вриндавадас Тхакур Махашая. И Кушума Пирасака, он друг его, друг Кришны, он тоже явился так же. И вот Кушума Пирасака и Вьясадев, Вьясадев он гуру, а что относительно Кришнадас Кавираджа Госвами, он вечный спутник Гуранги Махапрабху и в то же самое время вечный спутник Радхарани, Кастури Манджари. И если я спрошу, кто более уважаем, Кастури Манджари или Вьясадев, это глупый вопрос получается. Вьясадев Госвами, он действует как гуру, и Кришнадас Кавираджа Госвами, он вечный спутник Радхарани, и это сравнение, мы не можем делать это плохо. Гур-Кишор Дас Бабаджи Махараджи Гуна Манджари и Шрила Прабхупад Наянамони Манджари. Кто старше кого? И не должны мы спрашивать таких вопросов, они пришли в эту материальный мир, чтобы показать, как выражать почтение всем, как совершать баджан совершенным образом. И таким образом мы должны видеть гармонию. И различные вопросы могут возникнуть, и мы должны найти гармонию через бхакти. И через бхакти мы должны понять все. Махапрабху не хочет сказать то, что куда бы мы ни шли, мы... Имеется в виду, Махапрабху хочет сказать, что через прасад также Кришна может манипулировать нами, что какой-то скверный человек есть, он может... тоже можем оскверниться, приняв даже прасад, который он приготовил. Кришна, он милость,
прямо не оказывает, только через Гуру Вайшнавов и Бхагавану. Бхагаваны, если Гуру Вайшнавов, они не прольют на нас свою милость, куда же идти? Я уже сказал несколько лекций назад, если мы находим, что Гуру Вайшнавы, они лицемерны, то что же делать? Если они осквернены, куда же идти? Кому мы можем поверить? Мы верим на 100%, что Гуру Вайшнавы не могут спасти нас. И не столь важно, с одной стороны мы или с другой, и независимо от убеждений и происхождений, Гуру Вайшнавы не могут спасти нас, если мы искренне, и нет никакого лицемерия в нас. И поэтому Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж поэтому Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж так действовал, потому что все их действия Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он всегда использовал все свое время ради Харинамы. Джагаднат Ананда Пандит, он писал: те, кто находится в отреченном укладе жизни, синьяси не должны жить в каких-то комфортных условиях, поскольку они должны думать о благе всего мира. Если этот саньяси слишком привязан к комфортным условиям жизни, какой-то еде особой, то это плохо. Мы должны совершать служение, не так просто сидеть и ничего не делать. Нет. Наивысшая процедура баджана – это занять себя в служении, это сокровенная процедура. Все 24 часа в сутки мы должны быть заняты. И наш сон – это тоже должен быть баджана. Гуру Махарадж говорил: «О, мой сын, спи сейчас». Если мы спим по указанию Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то это тоже баджан. А без разрешения Гуру Вайшнавов, если мы делаем что-то, это, и этим Гуру Вайшнавы не будут довольны. И мы должны делиться этой сиддхантой, этой харикатхой, это будет совершенная ванисева. И мы должны делать это. И вот сейчас мы должны чувствовать, как, откуда, в общем, о том, что за просад, откуда он происходит, на какие деньги куплен и все остальное. Харикатха – это тоже просад, мы должны чувствовать это. То есть просад не только парамана и какая-то еда, а также и харикатха. А как, смотрите, когда обусловленная душа действует как ачарья, то что может быть более опасно, чем это? Если обусловленная душа действует как ачарья, то это очень опасно. Постепенно, день за днем, мы различные неплохие вещи случаются, но если мы сможем увеличить сознание, осознанность нашего сердца, то это зовется настоящей проповедью. Если я смогу увеличить сознание вашего сердца, это зовется настоящей проповедью.
Если не могу сделать этого, чтобы выгнать все материальные вещи, материальные наслаждения, то это не моя проповедь, я хочу остановиться. Никогда не пытайтесь понять меня неправильно, если есть много матхов, и в каждом матхе только всякая ерунда происходит, то лучше матх этот закрыть, поскольку, по крайней мере, мы не увеличиваем никакого негатива, ничего плохого. Храм, значит, мы должны помогать обычным людям увеличить их сознание. Много раз мы слышали от Шрилы Прабхупады. Я более подробно могу рассказать об этом, о трансцендентных обязанностях Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Кто может быть участником Вишва Вайшнава Раджа Сабхи? Какова их обязанность? Я могу подробно рассказать об этом, чтобы до моего последнего вздоха я могу говорить о славе Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Вы должны помнить это даже в следующей жизни. Первое, это вот на Ультаданга Джанкшоне. Вот была основана Ультаданга Асана, этот храм Шрилы Прабхупады первый, и там Шрила Прабхупад, он Кангали Баджан организовал. А что это значит? На каком языке говорить с вами? Мы должны изучить Бенгали. Очень прекрасный язык, чтобы понять настроение Шри Чайтаньи Махапрабху Гурварги. Перевод, конечно, хорошо, но совершенный перевод очень сложно. Нет таких слов, которые можно перевести. Даршан – это не философия. Даршан, это нельзя сказать, что это философия. Философия то, что даршан. Даршан гораздо более глубокое слово с более глубинным значением. У вот этого какое-то искусственное есть философия искусственная какое-то. Шрила Прабхупад он говорил, не только говорил, но и делал Кангали Баджан. Для этих бедных людей, там Шрила Прабхупад приглашал их, раздавал просад им, но если какие-то материалисты готовили какой-то кичри, это не просад получается. Когда Шрила Прабхупад говорит, я должен раздавать просад, то на 100% это настоящий подлинный просад. И Кришна вынужден принять это, и это становится просадом. Кришна никогда не, точнее, Шрила Прабхупад никогда не говорил лжи. Шрила Прабхупад раздавал просад очень часто, можно видеть. Он говорил, что вы должны раздать просад этим обусловленным душам. Вот просад Дита Хоба на Бенгале, мы должны раздавать просад этим обычным обусловленным душам. Если это подлинный просад, то, несомненно, мы обретем какой-то результат. А если это не просад, то дал Сабжи Парамана, то благо от принятия этого мы не получим. И у меня нет... Ну, я не отвечаю за последствия принятия какой-то еды под видом просада. То есть просад должен быть подлинный просад. Мы должны быть очень осторожны, чтобы следовать всем правилам и предписаниям, установленными Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны изучать книгу Джагадананды Пандита Прамавиварта, и мы обретем всю Сиддханту оттуда. Если вы остановите мою Харикатху и дойдете только Прахтану и Прама Бхакти Чандрику и Прамавиварту, я могу взять их и отправиться в лес Вриндавана, но не могу, к сожалению, сейчас уйти, поскольку указание Гуру Вайшнава, чтобы я жил здесь и занимался Ванисавой, а я хочу буквально потеряться в лесах Вриндавана.
И вот настроение Гуру Вайшнава в том, что они хотят умереть невидимыми и неизвестными. Они не хотят никакой прачишти. И вот Гуру Падма говорил, что если вы будете совершать искренний баджан, то вы увидите, что аромат вашего баджана, он распространится, и пчелы, которые захотят собрать этот нектар, они прилетят к тебе. И поэтому нужно так совершать баджана, кому надо, они подобно пчелам привлекутся ароматом и сами придут. Вот когда было день рождения Шрилы Гурудева, Гурудев сидел с склоненной головой, и он видел, что много людей приходят выразить ему почтение. Я был очень удивлен, видя настроение Гуру Махараджа. Гуру Махараджу было стыдно, что люди поклоняются ему, и весь мир поклоняется мне. И вот Гуру Махарадж говорил, что я падшая душа, и это должно быть настроение чистых гуру и вайшнава. Чистые гуру и вайшнава, они очень редки. Если вы поймете умонастроение чистых гуру и вайшнава, логика, она не может находиться на пути к абсолютной истине, я уже говорил. И если вы осознаете в один день умонастроение чистых вайшнавов, гуру вайшнавов, вы будете удивлены. Ну и вы поймете, кто вайшнав, а кто нет, и поэтому мы должны погрузиться глубоко в океан Сиддханты, чтобы собрать все сокровище, и там по милости Дживы Рупа Госвами Пада и Санатана Госвами Пада, Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Мы должны ждать, смотреть и ждать, не пытаться терять наше терпение. И чем больше вы теряете ваше терпение, тем больше вы потеряетесь. Я не могу позволить вам потеряться в этом бесконечном мире. Пытайтесь иметь какую-то постоянную связь. У меня есть связь с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром. Это такая... постоянная связь и я хочу получить милость всех вайшнавов. Мой Гурудев научил меня так, и я думаю, что если мы будем изучать Сиддханту, слушать Харикатху, вы также почувствуете. Я думаю, что мы должны развить наше сознание день за днем, слушая Харикатху, и тогда мы поймем, что нет никаких противоречий. Иногда какой-то вопрос. Вот какой-то ачарья Бондев Госвами Махарадж, с преемственностью, он спросил меня. Он уважает и любит меня, хотя он очень пожилой, ему уже по 90 лет, но все же. И вот во Вридаван Даме Гуру Махарадж был там. Шанта Госвами Махарадж, все остальные вайшнавы, они вот... Я спросил у этих махаджан, моей гурваги. Иногда видно, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит так, кто-то по-другому. Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж по-другому. Кто-то Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж по-другому, Кеша Госвами Махарадж по-другому. Но как же решение найти, что же делать?
Какова настоящая сиддханта? И все... И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу дали обязанность ответить на этот вопрос. И вот Махарадж начал говорить: «О, мой сын!» Его сейчас Гопананда Бон Махарадж зовут. Раньше его по-другому звали, и вот перед преданными Гуру Махарадж начал говорить: «О, мои дети, о Бхагаван Баларам Нитьянанда, он является в форме Гурудева, так, да. И Баладев, он может явиться в различных формах. В моей жизни он явился в форме Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. В вашей жизни он явился в форме Шрилы Кешава Госвами Махараджа. В чьей-то жизни он явился как Шрила Бхакти Рагхав Шридхардев Госвами Махарадж. И Гурудев, он сказал, что Баладев может явиться в различной форме, чтобы спасти нас. И если мы видим, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он дает ответ, а он явился в форме Кешава Госвами Махараджа вот в чьей-то другой жизни или в форме другого садгуру, чтобы спасти вас. И первое, вы должны сначала следовать вашему дикша-гуру, а потом, если вы найдете какое-то несоответствие, вы должны спросить того представителя Гурваги, которому вы доверяете, как Шрила Бхонтов Госвами Махарадж, например, или еще кто-то. И вот, то есть сначала вы должны спросить вашего дикша-гуру, и потом, если все равно вы видите какое-то несоответствие, спросить вот кого-то из дикша-гуру или Гурудева. И таким образом, если вы достигнете этого уровня, однажды вы увидите все в гармонии. Может, Кешава Госвами Махарадж говорит так, Бхонтов Госвами Махарадж по-другому, Кешава Госвами Махарадж по-третьему, и Либхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж по-четвертому. Но вот он, Гурудев сказал, что сначала надо прислушаться к указанию Гурудева, и потом можно принять Шикша-гуру и уже Шикша-гуру уточнять какие-то непонятные вопросы. Но смотрите, если ваш дикша-гуру внешне не говорит харикатхи, не отвечает, то вы должны найти такого шикша-гуру, который имеет огромную любовь к вашему дикша-гуру, подлинную любовь и подлинное уважение. Если у вашего шикша-гуру нет уважения и почтения и любви к вашему дикша-гуру, то такой дикша-гуру бесполезен, поскольку он будет пытаться вас отравить, только это неправильно. Он не настоящий шикша-гуру, поскольку обязанность шикша-гуру – увеличить вашу веру в вашего дикша-гуру. Это первое. И я уже много раз говорил, Жива Госвами Пад говорил такие слова. По разрешению Гуру Пад Падмы я могу слушать харикатху от чистых гуру и вайшнавов. Мой Гурудев никогда не может сказать, что я не должен слушать харикатху Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа. Мой Гуру Махарадж никогда не скажет, что я не должен идти к Шриле Кешаве Госвами Махараджа. Но мой Гуру Махарадж, несомненно, скажет, что я не должен идти к каким-то сахаджиям. Но Гурудев никогда не запрещал идти и слушать харикатху от чистых вайшнавов, таких как Шрила Сиддхартха Махарадж или Шрила Кешава Махарадж. А если Гурудев говорит что-то противоположное, то это не гуру.
Мы должны получать вдохновение от сатсанги. Но что значит сатсанга? Сатсанга должна быть чистой. Если кто-то, ну, если, например, Шикшагуру говорит какую-то ересь, то моем Дикшагуру или он Гурварге, это показывает, что он не настоящий Шикшагуру. И вот Джива Госвами Пад говорит, и вот служение Шикшагуру должно быть таким, чтобы наше главное служение Дикшагуру никак не нарушалось. И вот когда Шрила Прабхупад служил своему Гуру Падме, совершал Вани Севу, то в этом не было никакого противоречия с его служением. И вот если вы физически не пришли ко мне, то, ну что, это не столь важно. Вы можете совершать Вани Севу и обретете благо. Может, вы находитесь за тысячи миль вдалеке от меня, но я бросаю вызов вам. Вы можете обрести силу, вы почувствуете вдохновение. Это естественно. Не пытайтесь неправильно понять меня. И вот я хочу напомнить вам, что из Бхагавата Махапурана мы будем завтра говорить. Тот, кто не следует чистым Гуру Вайшнавам Бхагавану, они подобны самоубийцам. Те, кто не следует Писаниям Сиддханте. И вот под руководством Шрилы Прабхупады мы хотим обсуждать все эти вещи и будем прославлять Шрилу Прабхупаду. Парамхамса парам параматопатим патито дхароне кито вешаджатим джатираджугунай парисеббападам Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам. Ванчакалпадурвасхи кипасинду бхавача, патитанам павани бхо, вишнави бхо намо.